Привет всем любителям острова. Еще один якутский нож готов. Вашему вниманию. Клинок ручной ковки. Сталь H12MF. Спуск. Выпуклая линза. То есть не ярко выраженная, но все же линза. Или как ее еще называют, конвекс. Сведение 0.1. На клинке нанесена гравировка. Рукоять. Карельская береза натурального цвета, вставка акриловый композит. Пропитка рукояти масло Даниш. Больстер из латуни. Обращаю внимание, нож под правую руку для правшей. По своим характеристикам по размерам нож относится к среднеразмерным. 268 общая длина, 138 клинок, 23 ширина, 4.1 обух. Вот такой красавец, друзья. Отличный работяга. Кому интересно, пожалуйста, нож в наличии. Ножны натуральная кожа. Такие я опять же показывал. Сделали мы на манер, как делают на ножах в Якутии, то есть с одним подвесом. Вот так нож сидит в ножнах. Опять же, вот смотрите по подвесу. Если убрать один оборот, то длина будет шейного подвеса, то есть спокойно повесите на шею. Опять же, хоть на правую, хоть на левую сторону, кому как удобно. Но, если, допустим, нам сделать еще один оборот, то есть пропустить, то уже получится такой подвес или на ремень, или на пояс, кому как удобно. Пожалуйста, опять же, можно предложить вам ножны с двумя подвесами, то есть и со шнурком, кому как удобнее.